Все так же находимся на станции метро Черная речка. Время 6 часов вечера. Четверг. Трамваи разукрашенные. Вот сама станция метро. Вот это здание большое, вон оттуда начинается, там под Академией военно-морского флота написано, там было имени Кузнецова. Вот это все здание, как я понял, большое. Вот само метро, Черная речка, станция. Душно, солнце печет. Ну это вот, как я думаю, богатырь-то там у нас находится. На Комендантском, в принципе. 4 километра до нас. Ну, 4,5, грубо говоря. Такие дела. Так, ну пойдемте. Смотрим. Я тут сам еще не ходил сегодня, это по другим улицам.